Всем привет! С вами Комаров Виталий. И недавно, короче, я узнал такую вещь. Оказывается, блогеры, ой, какие плохие. Это в том числе и я. Значит, вот увидел, дорога не строится, да? Ремонт требуется. Заснял, выложил, разослал. Ой, какой блогер плохой. Увидел где-то кучу мусора, заснял, разослал, мусор убрали. Ой, какие блогер плохие. Не, я вот не пойму, да? Любой человек, вот попробуй ты задолжать нашему государству что-нибудь. И? Тебе крышка, правильно? А значит, вот администрациям, значит, можно косячить. И? Люди, значит, если живут некомфортно, это нормально. Когда я это показал всему, всем и вся, что люди живут некомфортно, то блогер виноват. Странная логика какая-то. Даже когда уже начинаешь, пока какая-то вот движуха пошла, да, ты начинаешь показывать что-то хорошее. И ты все равно еще остаешься плохим блогером. Почему ты снимаешь? А? Хочу и снимаю. И буду снимать. Косяк найду, засниму. И всем покажу. И буду плохим блогером. Жесть, каким плохим блогером. Не знаю, не будь бы вот такого, чтобы вот можно было заснять, вот как в советские времена. Ничего не снимали, да? Жалобы писали, да? И все четко работало. Жалобу написал, натянули. А сейчас жалобу пишешь, тебе ответка приходит, отписка такая. Ты ее читаешь и думаешь, блин, оказывается, я дурак, блин. А как видео, так ой, какой плохой. Прям таки не знаю, что делать. Начал я вот видео снимать про дороги, да? Ой, какой я плохой. Дороги плохие показал. Ой, как плохо. Да, сейчас у них уже все в планах было. Хотя и до этого они в планах все дороги были. Да. Что я снимал? Они же в планах были. Все. Ну, сделали дороги по плану. А я, ой, какой плохой. Прям-таки не знаю, что делать. Сейчас вот движуха у нас идет по Башмакову. Прям вот мне нравится. Надеюсь, у нас тоже вот под окном мне дорогу сделают. Ой, какой я плохой. Не сделают, покажу. Я жесть прям какой плохой. Ой. Вот, зрители, вот смотрите, да, вот на это все. Мне интересно ваше мнение. Что с таким блогером делать, вот с такими плохими? Прямо-таки не знаю. Предлагаешь людям? Что я плохой-то? Давай. Вот я включу камеру. Я на телефон снимаю. Включу телефон, говори, почему я плохой. Нет. Только шнырк и убежал. У меня сейчас хорошая защита такая вот есть. Кто-то шишек ко мне подходит, я раз так камеру включил, он блин и убежал прям вот сразу. Блин. А бумажку на него напиши, отписку получишь. Ты дурак. Наверное, вот лучше быть плохим, чем дураком-то, да? Ладно, там люди вот со стороны смотрят, ага, чудик ходит, что-то там снимает. Когда вышестоящие лица,
Ой, какой плохой блогер. Надо показывать, что все было хорошо. Вы напишите мне в комментариях, какой должен быть блогер. Что он должен снимать, что не должен снимать. Вот интересно ваше мнение. Сами вы никто никогда никуда не пойдете. Ничего снимать не будете. Вы хоть мне расскажите. Покедова.